По благословению епископа Одинцовского и Красногорского Фомы 26 сентября в подмосковном императорском имении Ильинское-Усово состоится традиционный 10-й Лисоветинский крестный ход. Событие проводится ежегодно по инициативе Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Поддержку организаторам оказывают администрации Одинцовского и Красногорского городских округов. Участники крестного хода по традиции пройдут уникальным маршрутом, объединяющим старинные подмосковные села императорского имения Ильинское и Усово. Принять участие в Лисоветинском крестном ходе может любой желающий.